Итак, всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, с вами Никополис, да. И, конечно же, мой канал Никополис74. Я хотела бы сразу подарить два арта, и угадайте, какие это арты. Это для канала два арта. Один арт для канала Танечка-няшечка, а другой... канал для мистера Лололовки. Так что первый арт это для Танечки Няшечки, потому что я безумно люблю девочек ютуберов, блогеров, летсплейщиков. И первый арт Танечка Няшечка. Вот он. Вот няшно выглядит. Так, вот тут написано Танечка Няшечка. Вот, Танечка-няшечка, вот так вот няшненько выглядит. И следующий арт, это Лололовки. Вот так вот выглядит. Я специально вот так вот сделала, типа очки входят. И видите, у няшненькие глаза, капюшончик, бла-бла-бла. Он держит тут такой меч. Ну, он не меч, и тут написано «Мистер Лололовка». Итак, Танечка-няшечка и мистер Лололовка, если смотрите это видео, это посвящено вам видео. Итак, дорогие подписчики, вы спросите: ой, Никополис, у тебя же такой маленький канал, что ты делаешь видео? У меня появилось 6 подписчиков, бла-бла-бла. Дело в том, что у меня не такой маленький канал, как вы думаете. На самом деле он чуть-чуть побольше. И я буду праздновать видео, когда у меня появится там 10, 20 или 10 более-менее подписчиков. Тогда я буду праздновать. У меня наберется еще много видео, и тогда у меня не будет маленький канал. Так что... всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось. А если Ложка и Танечка-няшечка вам понравились эти арты, ставьте очень жирный лайк. Так что всем пока, подписывайтесь на канал, пока-пока.